Всем привет! О погоде на среду, 27 апреля, расскажу вам я, Софья Бурлакова. В Бурятию весна никак не хочет приходить. По северным районам днем пасмурно, небольшой мокрый снег с порывами ветра до 10 метров в секунду и до плюс 3 градусов, ночью минус 5. По югу днем переменная облачность, ветер до 8 метров в секунду и плюс 12 градусов, ночью минус 2. В Улан-Удэ днем, к сожалению, ветрено, ветер до 14 метров в секунду. Будет переменная облачность до плюс 12 градусов, ночью минус 2. Доброго человека видно сразу, он в каждом встречном замечает хорошее, поэтому будьте добрее.